Всем привет, кто сейчас с нами и кто будет потом смотреть записи. Мы продолжаем разбор лекции, которую читал Рав Шерке в Махон Мире, которая называется «Отношение к нерелигиозным учениям Рава Кука». Значит, те, кто хочет посмотреть начало, значит, пожалуйста, посмотрите в описании записи этого нашего урока видео на YouTube, будет ссылка на предыдущее занятие. Еще только хочу сказать, что в предыдущем занятии, насколько я помню, обсуждалось время и мировое, и, скажем так, еврейское, в то время, когда был Рав Кук. По памяти восстанавливаю. Два основных момента, насколько я помню, были такие. Первый – это массовый отход от религии во всем мире, и у евреев тоже, то есть секуляризация. Или хилонию, то, что называется на иврите. Вот. И второе, это было социальное движение. Типа социализм, марксизм и так дальше. Ну вот. И разбиралось, какое было отношение к этому с точки зрения еврейского. Ну, Рав Шерке не говорил это слово, я это говорю истеблишмента. Каким образом относился иудаизм? На то время это был иудаизм ортодоксальный, харидимный, ну как они относились. И конец нашего разбора был, когда Рав Шерке перечислял четыре позиции, которые были представлены вот в харидимном мире, в еврейском мире религиозном на тот момент, по отношению вот к этим позициям. Тоже говорю по памяти. Четыре, может быть, не помню, но во всяком случае. Одна – это была сидеть в бункере, то есть вообще как бы нас-то не касается. Вторая была, значит, как-то на это реагировать. Вот. А третья, по-моему, была реагировать, но… Очень-очень враждебно, реагировать враждебно. Да, правильно, правильно. Вот Аня прорезала. Замечательно, враждебно реагировать. Одна была игнорировать вообще, то есть игнорировать, да, но там четыре было, честно говоря, на них вообще. Окей, ну хорошо, давайте, может быть, продолжим. Сейчас я сделаю, либо, может быть, отмотать чуть-чуть назад, чтобы были четыре позиции, либо просто продолжить. Сейчас я включу этот самый YouTube. Сейчас, секунду, что-то я его не вижу, не вижу, не вижу. Сейчас, дака. Нет, это тоже не то. Что-то я его не вижу. Сейчас, секунду. А, да, все, нашел. Нашел. Только это не то. А мы здесь. Окей. Значит, вот это место, на которое мы остановились, Рафика, это четыре позиции. Хотите, отмотаем назад или будем, ну, может, будем продолжать дальше? Более-менее мы как бы помним, про что идет речь. Хорошо. Ань, ты сможешь участвовать нормально? Ну, у меня интернет здесь довольно слабый, я не знаю, как. Все, посмотрим, как получится. Пока нормально. В всяком случае, я с тобой, я тебе буду помогать. Окей, значит, вот последняя была фраза «Зе арба амадо». Да, идем дальше. А, подожди-ка. Это не то. Сейчас, секунду. Это был... Там где-то девятая минута. Нет, я включил наш разбор. Вот дальше идет Рав Шерке. Вот, я буду повторять. Сейчас, секундочку. Я хочу погромче сделать только. Секунду, погромче. Еще раз. Я буду повторять, наверное, может быть, то, что говорится на иврите, чтобы было более ясно. Да, сейчас, секундочку. Да, вот это перечисляется четыре как бы позиции, это конец этого. А, вот, все, вот начинаем отсюда дальше. Окей. Окей. Бехоль аэмдот аэле еш кцатэмэд. Перевод. А, как бы, ну, позиция... Подождите, есть, ну, как бы... Речь идет, что позиция Рава Кука, она совершенно, ну, совершенно иная, совершенно другая. Не, ну подожди, откуда ты это? Бехоль айхат мембет. В каждой из этой позиции есть кстати. Ну, в каждой позиции есть доля правды. Вот так. Правильно, вот все, наверное, едем дальше.
Ахер легамы. Аваль Рав Кук олех лекивун ахер легамы. А Рав Кук идет как бы ну, совершенно по совершенно иной, ну, Раньше полностью другое, противоположное направление, другого полностью направления, другого, противоположное, да. другое направление. Легамры это абсолютно другое. Да, окей. Да, Полностью да. другое. Ахер мамаш. Ахер мамаш. Ну, Ну, совершенно совершенно другое. другой, да. Ну, да, Равкук умер истинно. кинеш тофа. Ши рабат хекеф. Равкук умер им еш тофа, ши рабат хекеф. Ну, он говорит, что есть как бы хуфа, ну, явление. Я вот что-то не помню вот это Эти две слово. ошибки. Экеф это объем. Рабат экеф как бы многозначительное, всеобъемлющее. Вот, наверное, А, есть всеобъемлющее по-русски. некое как бы многозначительное явление, Да, или получается, всеобъем. хуфа. Экеф это объем, или даже охват, или даже охват. Есть какое-то вот такое явление. Да. Вот рабат экеф. Дальше. Рахават мимадим. Мимат это измерение. Рахават мимадим это значит многомерное. Но это все объяснение. Многомерно, да, все поняла, номер Многомерное, да. один. Дальше. Шимакифа миллионы бне Адам. Шимакифа миллионы бне Адам. Ну, как бы есть там миллионы, ну, человек. Макифа это которая Которая захватывает как... охватывает Правильно. миллионы Миллионы бне людей. Адам. Я думаю, дальше будет в Израиле и в мире. Бейсраэль. Веот меот миллионы бне Адам веот Адам. Да. Бейсраэль, вот мы от миллионы бне Адам веумот Аолам. Ну, многих миллионы людей в Израиле и в других народах, Сто в разных процентов. народах. Сто процентов. Угу. Аз зе омер, шакадош баруху роце ללמד אותי משהו. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותי משהו. И он говорит, что, ну, как Нет, он не Всевышний, он, зе. ну это вот Это, в имеется в виду смысле, явление. Это явление. явление, да, Да. оно, ну, как бы Всевышний хочет чему-то научить меня, как бы, ну, с Правильно, помощью этого правильно. явления, вот так. Да, только да. השאלה שאני צריך לשאול את עצמי. ושאלה שאני צריך לשאול את עצמי. И вопрос в том, ну, как бы, чему оно, ну, может научить меня, или в чем оно, Шила, для Шани чего? Царих, еще это сми. Вопрос, который я должен Вопрос, задать который себе. должен задать себе. Вот, Правильно, молодец. который должен задать Правильно, себе, да. молодец. Ма Акадош Баруху роце лилмед оти дереха тоба азот. Ма Кадош Бару роце леламед оти дерех атофа азот. Ну, чему Всевышний Ему хочет правильно. научить меня? Ну, как бы, ну, вот таким образом, и Да, таким, через в это этом, явление, либо в этом через явлении, это явление, да, через дерах это в этом. через, но можно получше Ну, почему-то через, Дерех, вот этим образом, таким посредством это образом. явление. Окей. Маатафкид ахиуди шеота ахилонут мемалет. О, все. Ма тавкит ахиуви, шота ахилонут мемалет. Ну, какую роль исполняет вот этот вот хилонут, секуляризм для Да. меня, что ли, вообще, я не понимаю. Мемалет, это, ну, как бы наполняет, исполняет. Исполняет, не Да, но вот исполняет. важное слово было хиюви, Какую хиюви. роль исполняет Да, но тут этот главное слово хиюви, какую хилонут? положительную роль. Хиви положительно, я Да, забываю. какую Какую положительную роль? положительную роль исполняет этот хилонут? Да, этот секуляризм Ну, лучше так, лучше выполняет. говорить, потому что он проще Ну да, выговорить. секуляризм называется. Ну, атеизм, Проще можно сказать выговорить. просто атеизм по-русски, ну не знаю. Ну, И исполнять, да. это не атеизм, это просто такой пофигизм религиозный, скажем так. Ну, Ну, хорошо, какой он имеет да. положительную роль? Да. Аткан барур. Ну, до сюда ясно? До сих понятно? Да, Ну, едем да, дальше. до сих пор ясно, да. Велахэм. На. Задают вопрос. Ну, там, видимо, Ахилу. аудитория спрашивает, да. Хилу. Кен. Кома. Авал эфшар лагит эт зе гам лациюнут? Авал эфшар лагит эт зе гам лациюнут? И, ну, то же самое
нужно спросить о этом самом, ну, А все можно, но то ционизм, же самое можно сказать и про ассионизм, сионизм, можно сказать о сионизме, да. да. כלומר, אנחנו רואים כל מיני תופעות בעולם. כלומר, אנחנו רואים כל מיני תופעות בעולם. Ну, как говорится, как сказать, Да? еще раз только Так не сказать, так как будет. по-русски, то есть так сказать, да. То есть сказать, да, так, то есть, сейчас еще раз повтори, пожалуйста. כלומר, אנחנו רואים כל מיני תופעות בעולם. Таким образом, мы можем рассмотреть все явления в мире. Да, коль мне на это фаут, ну, всякие различные Ну, как бы виды, все разновидности Келомар, всяких явлений. анахну руим, коль мне на это фаут был. То есть это начало большого предложения. Келомар, то есть мы Да. видим различные явления в мире. Дальше. Бимком, Бимком, давайте, если ты не видишь, то короткий был. Бимком, лит яремен. Лит ярем, слово ира, бояться. Вместо того, чтобы их бояться. Дальше. Олейлахем баен. Или воевать, или вместо того, И чтобы воевать воевать с с ними. ними, да, дальше. Бонире майфшар лафик мен. Лафик это получать. Извлечь Да, пользу. Как правильно. именно Может, как бы что можно можно вместо сказать? того, чтобы с ними воевать, мы можем, ну, как бы подумать, Да, каким что, образом мы можем извлечь из них да. Что из этого пользу. можно извлечь? Да, то есть как бы ну, позитивно к этому относиться, скажем так. И барега шата мефик мизе это то в шибаэн, потому Как что... сказать, можно извлечь, потому что можно извлечь из них, ну, некое добро, которое в них Правильно. находится. Вот И что-то типа. барега, потому что в тот момент шата В мефик тот мизе, момент когда ты получаешь из этого, или как ты сказала про извлекаешь из этого да, пользу, извлекаешь из когда ты этого извлекаешь пользу, это то, добро, то, которое в них, ну и которое в добро, них в смысле, то заложено. позитивное, я бы Ну, сказал, которое в них пользу, есть. которая в них заложена, Да, да, ну да. правильно. А, ну, такой простой вывод. Мимейле, то есть тогда, а мы кулкальши баэн, но фэль Ну, бэцмо. вред, который в них, как бы, получается. Ну да, то испорченное, что в них есть, То, что испорченное, то, что в них вредное, плохое, да. но фельд бы отсмо. Сам Ну, по как себе впадает, само по себе само отпадает. собой, да, впадает, Ну да. да, то есть если ты, у тебя есть там явление, в нем позитивное и негативное. Позитивное ты взял, к негативному ты не относишься. Ну это как бы такая шита, это такой метод, значит, негативное как бы падает. Можно с этим спорить, но не такой подход. Давайте не будем с этим сражаться, давайте посмотрим, что у нас есть позитивное. Окей? ולכן, אם נתייחס למאמרו של הרב קוק לכן, אם נתייחס למאמרו של הרב קוק, Ну, если как бы, соотнестись да, с правильно. Мамаро, это как это Мамаро статья или какое-то высказывание со со статьей Рава статьей Рава Кука. Кука? Беорот, но это книга Орот. Это книга Ну, Орот, в его есть этих вот, глава его да, в его мамар, этих статья. работе, ну, Да, который в называется статье, Орот. в его работах и урод, вот эти А работы, да. дальше. Урод. Они сказали, не тем это именно две делать. Которая, как этот мамар, как называется? Ламилхамот, Аймунот, Веадеот. В отношении Войны, как это сказать, мельхам. войны по отношению к верам и к Тут теот, другое это задание. мнение. Мнение. То А, есть, мнение, да, да, то есть мнение. войны религиозные и войны мнений. Ну, как-то, ну, вот так, да? Это известный Маамар Ну, Рав да. Кук, Илхамота Эмунот и ВДО, да? То есть есть противостояние между различными эмунот. Люди, разные люди во что-то верят, а они другим сражаются. Точно так деот. Ну, видимо, эмунот и деот – это некоторые разные вещи. Да, все-таки от слова знания. А эмунот, эмунот – снова вера, да? Ну, окей, дальше. באופן תמציתי, מה שהרב אומר, באופן תמציתי, מה שהרב אומר,
Ну, как-то, если кратко, там цит, это же Да, какой-то, ну, правильно, кратко, там цитата кратко, да. резюмировать то, Да, что правильно. Раф нам Да, говорит. резюмирует то, что говорит Раф. Зашибинком лягит ли мишу шулот содек? Забимком, шелагит ли мишу шулот содек. Вместо того, чтобы говорить, сказать кому-то, что он не прав, 100%. Тасбирло бы мау содек. Тасбирло бы мал сюда. Ну, объясните ему, в чем он прав. Замечательная позиция, правильно? Очень интересно. Вязу я вин бяц о шуло цадак, шу хашав шу цадак. Ваазу явин бы отсмощи у лот садак, что у хашав, что у цудек. И тогда он поймет, что он был неправ в то время, когда он считал, что он прав. Вот Правильно. так, как-то так. Ваазу явин бы отсмо. Он сам поймет. Он сам поймет, что он был неправ, когда в то Когда он время, считал, когда что он, он прав. То тогда, есть когда он он думал, ищет... что он прав. Да, я думаю, что Он это... считал, что он Он... прав, а он вдруг поймет, что он Да. был неправ. Он считал, что он прав 100%. А когда ты ему говоришь, что... Ты не ему говоришь, что вот 50% прав, а ты не прав. Ты ему говоришь, да, Вась, ты совершенно правильно говоришь. Вот это правильно. Причем он понимает, что ты перечислил только половину из того, что он сказал. Что понимает, что он 100% не был прав. Окей, замечательно, дальше. Ну, Аткан барур, то. до сюда ясно? Да, до сих врубились, понятно, идем дальше. Зебагадоль. Ну, Так. это как бы в общем, правильно? Зебагадоль. Дальше. Секамти, он говорит, секамти бы мишпат и хат, это маамара хашу вазе. Так, секамти, я забыл, что такое Секамти, значит, секамти. срезюмировал, сэтажировал, подвел итог Да, в одну подвел фразу. итог, и вот в этом вот мешпат, ну вот это вот, ну как В одну раздел фразу, да, все эти вот статьи этот дальше. раздел, весь Да, раздел, да, да. да, да. Сикамти бе мила ха, бе мешпат эха, это маамар хашу гасэ, шани мамлиц, шейкрыуту. Шани мамлит шейкрыуту. Мамлиц, я опять забыл, что такое Рекомендую, мамлиц. который я рекомендую. Который я рекомендую, вот этот вот этот Для маамар, чтения, чтобы статью, его которую прочли. Чтобы его прочли. рекомендую для этого. Чтобы его прочли, да? Идем дальше. Хорошо, Эцель Акша. Рав Кук адварим ло алху бьём эхад. Акша. Эцель Рав Кук, адварим ло алху бьём эхад. Так, слова Рава Кука, или как, который... У Рава Кука адварим, ну, это такое как бы народное выражение. Адварим ло алху бьём эхад. Ну, как бы Не в вещи не один день, пошли в что ли? один день, но это дословный перевод. Хотя нормальный перевод, наверное, такой. То есть у него точка зрения это сформировалась не сразу. Ну, отворим лалху бы йом и ха. Окей. Дальше читаем. ברור שאדם שנמצא בעין הסערה. Вот дальше. Барур ше адам ше немца бы эйна сеара. Ну, как бы ясно, что человек, который находится, как это, Бейна Сара, в Эйна Саара это источнике, типа эпицентра, который находится в в источнике вот этого какой-то Но Эйна бури, Саара или дословно глаз или источник глаз, бури. глаз бури, да, Вихри, глаз бури, источник. бури, вихри, как угодно. Ну, Вот вихрь на самом деле хорошо, да? в эпицентре какой-то бури, да, 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 находится да, да, да. бури. Саара, вот он говорит о рухани. Руханит, да, философии Чельдоров. Да, значит, вот это Эйна Саара, это буря чего? Рухани, В этом буре духовной, как философской, вот этой буре, Шельдоро, которую Шельдоро. своего поколения, Твоего его поколения, поколения, его правильно, да, своего поколения. поколения. Аз, как же митгабешет эцло ашита зело пиасма? Ад ше митгабешет эцло ашита зе локэк зман. Поэтому, Как формулировал или поэтому митгабешет это формироваться. да, Решим это кристаллами. формирует. Да. Ну, да, формируется. Пока у него Митгабеш. сформируется шита, ну вот этот метод, который Ну, сейчас в шита, одну ну, фразу... позиция, метод, позиция, Да, да, метод, да. позиция. Зело кэрзман. Он, ну, как Это это, требует у него времени. много времени, за него Да, это много требует времени. времени. Окей, отлично. А? עיקר התגבשות תורתו של הרב קוק הייתה בתקופה שהוא היה רב בעיירה בולסק. Теперь дальше. Икар, ай, ид, гапшу.
Ну вот, Главное, вот это главное да, вот это вот главное это формирование, в смысле, икарит игрового кашут торадо метода, шираф кук. ну, главное вот это вот суть его метода сформировался, Да, когда он, ну, положение вот этих главные принципы принципы метода, учения Рава Кука да, сформировались, назывались, когда когда он был Петкуфашу раввином, Ая Рабба Ая Рабойск в Латвии. в каком местечке войска, А он был вот где равом Буки. в городке, который называется Бойс в Латвии. Окей? Дальше. Ну, Лита, Литва, Латвия, там, кто В управляет Латвии. в Латвии. Но он, правда, потом сказал, Латвия и Литва все-таки это разные вещи. Есть Литва и есть Не, ну, Латвия. тогда-то делился основной еврейский мир, это Ашкеназский, это Литва и Польша, и все. А там Литва, это было и Да. Беларусь, и Прибалтика, все в Да, одной куче окей. там все было. Да, окей. Бойск. Окей, Латвия. Латвия, у Ая Шамара. Ну, Раф не очень понимает Латвия и Литва, поэтому кто-то ему сказал, что Бойск находится все-таки не в Литве, а в Латвии. Ну, Да, да, это там, ладно. Ну, не важно, это не очень не важно. суть, не суть, ладно. Нет, не суть. Хорошо. Он говорит, у Ая Шамара. Он был там, Шама А. это Тама. Шама это Тама. Был там, да. Тама, Тама, да, он был там равом. Ну, да. Ваяло зман, где ласок арбе мод зман бетура. Подожди-ка, у него было Было много времени, чтобы заниматься времени, чтобы заниматься вот заниматься этим вот Торой. Он был в должности Торой, да. раввина, а не занимался пропитанием, там, не знаю, в лавке торговал, предположим, либо еще что. Была должность раввина, поэтому он все время занимался Торой. Дальше. Ага, Хорошо. хорошо. Куля? Ну, как бы он говорит, что значит занимался Торой. Он сам себя объясняет, Рав Шимер в шерпе смысле. Уя дает коля Тора кула, нигле Ну, вниста. он знал всю Тору и как бы явную и скрытую. Явную, да, и тайную, или закрытую, да, дальше. То, что, да. Аллаха, Агада, коль мы шируцим, и Аллаха, и Агада, Ну, и все, что Аллаха и Агада и все, что хотите. ну да, то есть он в то время уже был совершенно... То есть он был полностью Да, знающим во он всех был знающим, он был областях. мудрецом, он был гениальным человеком, и понятно, что те вещи учил Тору, не в том смысле, что он сидел и учил недельный раздел. Другая история. Он занимался другими вещами. Это он как бы знал. וגם היה מודע לכל התמורות הרוחניות שיש בעולם. וגם היה מודע לכל התמורות, תמורות это перемены, הרוחניות Он שיש בעולם. был в курсе всех, как бы, ну, веяний времени, что Да, там веяние как-то перемены. Тмура, тмура это за. перемен. Ну, тура это изменение какое-то или Да. замена, так вот. Правильно. В современном, как бы вообще в разговорном иврите, например, человек говорит, мани кабель тмура за, что я получу за это. Вот тмура это за это. Но есть действительно смысл. Взамен, или Замен, вместо, или правильно, но вот взамен. тмурот, это слово высокое, концептуально. Это в смысле перемены. Может быть, даже перемены это больше шинуим. А шинуим, это, скажем так, когда что-то меняет само себя. Например, общество меняется на глазах. Да? А вот тмурот – это когда что-то приходит взамен что-то, бимком. Так я понимаю. Поэтому вот это вот различие слова тмурот от шинуим. Да? Шиеш булам. То есть происходит не просто изменение, а замены. Одно заменяет другое. Старый мир меняется на новый, скажем так. Дальше. ואז הוא התחיל לגבש את שיטתו. ואז הוא התחיל לגבש את שיטתו. И вот он как бы формулировал свой метод. Правильно, вот легабеш, очень важный глагол. В современном иврите тоже. Я сказал, например, гвишим – это кристаллы, например. Специальная подготовка, которую проходят молодые ребята, которые призываются в армии на определенное назначение, например, там спецназ, либо и что-то, это называется гибушим. В всяком случае, гибуш это вот что-то формируется. Да? Ваз уитхили габешет шинато. И он начал как бы формировать свой подход, свой метод. Шита это метод, правильно? Дальше. Да. Ага, шитато алха. И штапра. Ахар как шитато алхава и штапра.
Ну, потом, как бы, после чего этого метод еще как бы улучшался. Правильно, лейштапер – это улучшаться. Шипур – это просто улучшение. Лейштапер – это улучшаться. Да? Окей. А иштахлила он йотер. Иштахлила, есть иштапра, есть иштахлила. Иштапра от слова шипур – улучшение. Иштахлила от слова сехель, я думаю. То есть она не просто улучшилась, она стала более Более, как это, интеллектуально продвинутой, скажем. Да, ну да, иштахлила. более продвинутый, Продвинутая более да, на современном продвинутый. иврите лейштахлель это стать более как бы ну крутой в смысле в том смысле что более разработанный да вот она улучшилась и разработалась вот я думаю так от Йотер Берес Исраэль еще Верец лучше Исраэль, он более стал более улучшенным и сильнее так далее. Израиля в Да. смысле когда Рав Кук он переехал сделал Да, алию да. репатриировался в Израиль да. Руах а-кодеш шилезес Исраэль астаэт шила. Ну, как бы дух, сам дух земли Израиля, вот, ну, как бы Астаэт поспособствовал, шила, в смысле, внесла свой вклад, сделала да, свое. ну, в общем, Да, окей. поспособствовал ему в этом, да. Правильно, да. Окей. Аван зе бе гадо. Авай зебе гадоль. Это все, это как бы в общем. Это да, это общий взгляд. Окей. Шам, я хочу кцат להבין את הגישה של הרב קוק לחילונים. Дальше. Ахшаф они рутся кцат лавин. Это гиша шля рав кук Теперь я хочу вкратце объяснить, ну, как бы подход Рава Кука к этому Килониют, правильно, хилониму, да. хилониюту. Да, окей. Есть, они станти בערך 8 הסברים שונים של הרב קוק. Они ифханти, лавхин, это... Ну, Да. как бы я предпочитаю, или я как Ивханти при... И в Ханте это я различил. Я А, я различил. Может, различила, другое ой, я слово, но различаю я различил Бера Шмона. 8 подходов или 8 разновидностей Да, объяснений, объяснение Рава объяснений Кука, Рава да. Кука, Лема этого Шмона Шельхилону, да. да, подходов 9, 8 подходов к Объясни, Хилануту, да, к Шуним, да. 8. к смыслу Хилонута, да. למשמעותה של החילונות. Ну, למשמעותה של חילונות. Для... Что такое смысл Смысл חילונות? החילונות. Окей. Да. אנחנו נסתפק בשניים. Анахм истапек бешнайм. Ну, мы удовольствуемся двумя. Ну, удовлетворимся двумя, да. Да. Седа? Ну, это он кому на кого-то смотрит и говорит, без этого, то как бы нормально. Айхад. Сефер. Урод Ачува. Айхат бесефер урод Ачува. Первый в его книге Урод Ачува. Урод Ачува, правильно. Урод Ачува. Аим адам яхоль агид, гамарти леймод это Урод Ачува. Но он говорит, вот в отношении урод Ачува, сейчас он общий Можно, вопрос. да, можно ли сказать, что я закончил как бы всю Учить вот для эту урод всю. Ачува. Аим адам яхоль агид, гамарти леймод это урод Ачува. Видимо, раз он Что скажет, я, ну, это как бы может ли сказать, бесконечно. человек сказать, что он закончил всю вот это вот всю рот отшу. Да, ну, по-видимому, ответ нет. Сюда и ломали. Отшува и ламало. Очень, очень, это очень еврейский, очень израильский ламало. Почему нет? Отшува и Почему? ламало. Как бы ответ. Вопрос задает, раз задает, он сам же отвечает. Ну, правда, человек он говорит, а почему бы и нет? Сейчас Раф объяснит, почему нет. Окей. כי הרב קוק אומר את אורות התשובה צריך ללמוד בלגבול. Араф отвечает, и Араф Ну, Кук умер, это угу. рот отшива, царих лельмот блик гвуль. Что, ну, Раф отвечает, что Рот Ачува, ну, нужно изучать, нужно, должно быть, нужно изучать Безгранично. без, как, безгранично. Безгранично. А если я не могу делать отшива, да. Он говорит, ну так если Рав Кук так говорит, а за Ившар лельмот это рот отшива, а досок. Ну, то есть можно ли сказать, что ну, кто-то выучил вот этот рот отшива до конца? Аз и в шарильмот, поэтому невозможно Невозможно лимот сказать, учить что урод от выучил шува вот от сов до конца, потому что оно до конца, бесконечно. да. Окей. Да. Шар.
החילונות, שהיא חלק מהתהליך הציוני, עכשיו, החילונות שהיא חלק מתהליך הציוני. Ну, что тот самый хилонут, это как бы часть процесса, ну, сионизма, Сионизма, да, получается. ционута. Но если мы говорим хилонут, можно говорить ционута, да, дальше. Ешла кинуй бедивре хазан. Ешла кинуй бедивре хазан. И есть, у него есть прозвище, ну, в рабов Да, но страх. прозвище по-русски, да, ну, правильно. Но у него есть как бы название, формулировка, обозначение, название даже просто. По-русски прозвище, это там Васька, что-то такое, да. Окей, дальше. Зенигра, хуцпа, де икведа, нимшиха. Ну да, очень известно. Зенигра. Ну, называется вот это какое слово, хуцпа, да что-то такое, де квата, нимшиха. Ну, это как-то так. Хуцпа де икведа, де мишихта. Это хуцпа в начале мессианского процесса. В начале процесса избавления, типа. Ну вот да, да, типа да, потому того. что вот иквата это бейквот, то есть в процессе, да, иква от слова пятка, да, Ну, и пятка есть, вот какое-то выражение, пятки Машеха, что-то такое. Вот что-то есть да, ну какое-то это такое. известное выражение, Каббалист, да. особенно, каббалист, они там любят это все дело говорить. Иквата нимшиха. И у вас равен такой дым шарафку. Сейчас, секундочку. Сейчас, одну секунду. Ахилонут, шеи хелекми, тариха циони, сейчас, секунду. Ешла кинуй бедивре хазал. Сейчас, еще секунду. Зенитра, хуцпа, де икведа, нимшир. И у вас равен такой дым шарафку. И у вас царих лавин, это кодим шарафку. Ну, нам следует еще понимать, как бы, ну, коды, как бы Да. кодовое название Код или работы, шифровку, или язык условное, работы, ну, то есть это условное да, обозначение, специфический условное язык, название. терминологию, как угодно, вот что-то на эту Да, тему. терминологию Терминологию, надо. да, терминологию. Кшеравку котев хевратиют. Кшеравку котев хевратиют. Когда Равку говорит, называет, Ну, говорит слово хевратиют это хевратиют, вообще... как братство или объединение, или там что-то товарищ. Может быть, да, тут, смотри, надо понять на разницу, еще переводить на русский, понимать, какое значение в русском. В общем, общий смысл такой, хевратиют, он говорит, это социализм. А хевратиют, это действительно, это Где общность, или объединенность, или что-то такое. я думаю, это имеется в виду хевратиют, в смысле, что взаимоотношения членов общества. Я думаю, это называется Ну, может быть, хевре общество. Ну, может быть, И даже думаешь, так это вот. слово льёта эхат хавер лишини. А может быть, это именно о том, что каждый становится более близок друг к другу, мы это называем социализм. Посмотрим дальше, не очень понятно. מתכוון סוציאליזם. כשהוא כותב תחיית האומה, הוא מתכוון לציונות המדינית. כשהוא כותב תחיית האומה, הוא מתכוון לציונות המדינית. Когда он говорит о как бы возрождении нации, он Правильно. имеет в виду сионизм. Политический сионизм. В общем, политический сионизм был несколько. Был культурный сионизм и Хадам, был религиозный сионизм, это движение Мизрахи, и был ционут Мадианит, в результате которого создалось государство. Это Эрцель. Вот ционут Мадианит – это Тхият Аума. כשהוא כותב חוצפה ועקבדה נמשיכה, הוא מתכוון לחילונות. כשהוא כותב חוצפה דעקבדה דמשיכה, הוא מתכוון לחילונות. И когда он говорит вот об этих вот, об этой вот хуцпе, вот Нар, это да, вот, хуцпе, он хуцпе, имеет в да. виду вот это вот хилану, Он вот имеет в это виду, что, ну да, хуцпа это хилон. Раф пьет. Ну, давайте посмотрим. Они курен кан, беорот чува, ну, далет ю. Я сейчас прочитаю, он прочитает сейчас отрывок из, собственно, из книги «Урод от Книги Шува». Урод от Шува, да, это, видимо, глава 4, 10, пасук или что-то где-то. А хуцпа ди квита дим шиха. Баа. Мипне шеха олам. А пирушу. Ну, сейчас, ну, хорошо. Олам, это рахукан, зэ бенидиш, а ойлем. Хорошо, читайте Зравкук, это вообще там всегда зубодробительный текст. אני קורא כאן באורות התשובה ד' י'. החוצפה דעקביתא דמשיחא באה מפני שהעולם
Ну, вот это вот хуцпа дейква де мишихта ба мипней шеолам. Ну, не пытай, или как, поскольку, или Мипней это вместо того, из-за того, что мир, а дальше из-за того, что из-за того, что мир, теперь дальше Аллах. сейчас граф объясняет, что такое мир. הפירוש עולם אצל הרפוקן זה ביידיש, האוילם, כלומר האנשים. Но дальше, а улам, он объясняет, что это не так, как в Это он современном говорит, мире, что улам это наидиш мир. имеется в виду, А да, это, ну, наидиш как бы, это ойлам, а ойлам все, это анашим. То есть это мир, это в все, ну, смысле люди, это не мир, это вселенная, люди, человечество, да. нет, цивилизация. Цивилизация, я думаю. Ну да, человечество, да, ну, хорошо. Мипней Шаулам улам укшарква. Сейчас, секунду, Эх, хотел кола остановить. пуратим, Сейчас, эм, секунду. Сейчас, секунду, хотел остановить. Мипней шаулам укшарква. Ну, перед тем, как мир, ну, я просто посмотрела до того, вот это все, вот это какой-то кусочек кукшара, типа, улучшится, ну, как Не, я думаю, от слов подготовлен, просто нашествия. подготовлен. Называется Будет ум взято, укшар. будет подготовлен, укшар, это Да, как бы укшар, в смысле, что он приготовился. готов. Он способен, он готов, он подготовлен. Да? Будет подготовлен, хорошо. Да. Квар, дальше. Клада, ДН, брат. Сейчас, секунду, придется назад. Сейчас, сейчас. Когда тыкаешь. Вот, мипнейша улам укшар квар. Ад гдейлитбо это авана. Он как бы мукшар, он подготовлен до такой Подготовлен. степени. Ад гдей литбо это авана. Литбо Ну, авана, я любое. думаю, это как бы востребовать понимание. Ну, грубо говоря, просто понять. Он дошел до того, что может что понять. Эх, Коля, протим, мекушарим и маклаль. Как Ну, это когда граф. каждая деталь или каждая часть как бы Связано с целым. Каждая часть Кшарим будет связана с связана целым. целым, да, будет связана Ну с да, целым. ну да. Эх, кола пратим, эм мекушарим има клала, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי. ואין פרט בלתי מקושר עם גודל הכללי. Нет, ну как бы нет детали, которая, ну, Которая не связана с не величием связана клаля. Прав, я думаю, это на современном языке это индивидуум. То есть человек, общество стало такое, что оно не каждый индивидуум, он соединен в некоторый социальный механизм. И индивидуум Ну, то есть не может существовать без связи с другими. Я думаю, это в этом смысл. Да? наверное, Эн годель аклаль, яхоль ланех это да. Им годель аклали, холь ланех это да. Ну, ланех это да, это как бы наверное. понимать, сообразовываться и так дальше. Да, ну теперь Раф объясняет. Мазомер. Ну, что же он говорит? Да, что это мазомер? Что это говорит? Что это такое вообще? О чем это говорит? Да. Пама и то умерли. Пама и то умер, иуди якар, алеха леонех филин. Ну, то есть он как бы, ну, пам Пам это однажды, ну, однажды. Пам это однажды. однажды, ну, как бы сказано, Когда-то что однажды, да. Как когда-то, говорили когда-то так. сказано, что Ягуди Якар, ну, как бы хороший еврей, должен накладывать филин. Вот так вот. Ну, типа этого, да. Так когда-то, то есть были времена. Можно было сказать, так говорили. Иуди Акар, то есть дорогой еврей или там уважаемый еврей, да. Алехала нефт филин. Ну, тебе вообще следует накладывать филин. Дальше. А, бемет, дама. А, бемет, лама. А вот перейдем сейчас еврей спрашивает. А, Сейчас бемет. говорится, ну а зачем? Почему? Ну, говорит лама, да. Тире, миша мельях тфилин, зенотен лу ират шамай. Тогда ему как бы объясняли. Тире, миши мы не эквилин, но тен лой рад шамай. Ну, то есть ему обесматривает, если ты накладываешь, ну, как бы, еврей накладывает тфилин, он богобоязненный, у него есть ират Да, это шамай. прибавляет ему боговая. Он говорит, тире, Миша мы не ну смотри, тот, кто накладывает филин, знутен и рачаваем, это прибавляет ему богобоязненность. Или он становится богобоязненным. Зыгам, но тен леха, булим, но сафим. Булим это в смысле марки. Но имеется в виду, я думаю, отметки. То есть у тебя есть еще как бы Ну, ему как дополнительные бы очки. А, повышает очки, его. да, очки.
Ты повышает дополнительные его очки. уровень в будущем мире, как бы Да, ты увеличивает зарабатываешь его там. дополнительные очки для Ну, будущего. очки, да, ему очки даются Для в будущем будущего мире. мира, да. Или хашана курсатова. Ну, дальше начинается юмор. Ели хашам курсатова. Ему там какое-то кресло дадут Ну, тебе хорошее, там ему. кресло хорошее будет, как бы очки заработал, ну, во что ты их можешь преобразовать? Ну, вот, хорошее кресло. А ему как бы еврей ему отвечает, а, БМЭ? Ну, что, Это да, правда, что ли? а что, правда, что ли? Да, он говорит, ну да. Ас, кидай. Аз, он как еврей говорит, ас, а, беседа, кидай, за ним и ну да, действительно, как бы вообще это стоящее дело. И тогда мы не филин, и он накладывает филин, окей? Айом, тумар ле адам. А он говорит, ну это тогда было. Айом, томар ла адам. А сейчас, ну, А говорит сейчас ты человек, говори, говорит. скажи человеку, человек еврей подразумевается, да, скажи сейчас, скажи человеку. Иудея карта нехты филин. Иудея карта, нехт филин. Что хороший еврей должен накладывать филин. Не, он к нему обращается, Иудея Акар, уважаемый господин. Ну, вот Иудея филин, карта, так типа, наложите дорогой еврей, филин. да. Да, от филин уложите, а сейчас ему уважаемый человек выдаст. Ишаль, хаим зе торем ле питрон баят араав баулам оло? А уважаемый еврей ему сейчас ответит. А им за турем лапитрон баят араб бауламуло. Так, ну, Будет ли это помедленнее. способствовать? Будет ли это Да. способствовать? Торем литром это способствует, но вообще-то пожертвовать, в смысле способствовать. Лепетрон баятара болам. Ну, Будет ли будет это ли способствовать способствовать? решению проблем в мире? Вот так, Ну да, решению вот, то есть проблем раньше ты мировых человек проблем. думал, раньше человек думал, ты ему скажешь, а, очки заработал, у тебя там кресло будет в Улам-Аба, все, замечательно, будет у тебя классное место, будет с кафе кайфовать. Он сказал, а, да, вообще имеет смысл. А теперь-то он будет какие вопросы задавать, это вообще способствует решению проблемы? Решение мировых проблем, Гонер, да. да, мировой проблемы, да, вот как разговор идет. Оло или нет? Кома, они митаньян бидварим гдолим арбе йотер мэшер апулханиют атиксит афольклорит шелха. О, что ему отвечает просвещенный еврей? Ну, Они типа, я метание. занимаюсь более серьезными вопросами, чем вот эти фольклорные Фольклорные, религиозные, культовые вещи. какие-то Окей, примочки замечательно. какие-то Ну да. фольклорные, да. Еврей продвинулся, вот он что ему отвечает. Он говорит, зе, кен, зе, яфе, а не муханда, а нет, филинки, зе, маскирли, это саба шили, зе, мирагешу ты. Я Ну, готов. сейчас готов накладывать филин, если это как там, что там Не, еще потому тут что за это, не, девушка? потому что это Потому что напоминает мне о моем дедушка. дедушке. Фольклор, вы о моем дедушке, зе, мирагешу ты. Ну, как бы это меня волнует, тут еще. Чувствительный, Ну да, я к этому чувствительный. чувствителен, да. Замирагешу ты. Аваль, а там и добырите, что йод. Но говорит, ну, Как ты говоришь мне, какие ну глупости вообще-то какие говоришь мне? глупости говоришь. Они ахшаф усек бы дворим рецини. Я бы, ну, как бы, я хочу заниматься с Он говорит, нет, серьезными ахшаф, мы-то, проблемами. говорит, сейчас занимаемся серьезными Сейчас вещами, занимаемся а ты ко мне, серьезными ну, а ты проблемами. ко мне с дуростью пристаешь. Им шейлат араав баулам. Шейлат араав баолам. Вопрос? Вопросами голода как бы в мире. Например, голода в мире, да. Ашбера аклим. Машбера аклим. Изменение климата. Кризис, климатический кризис. Ну да, вопросы такие. Ну, в общем, Ше, они роце, ше не тасек бэм. А двори Маэли, Чани Руце, Нитасекбаэ. Вот, Это ну, те как бы вот вопросы, эти вопросами, которыми я хочу заниматься. да, которыми я хочу заниматься. А там ну, тасек бэзэ. Он ему говорит тому, кто предлагает ему накладывать филины. А таломи тасек базе. Ты ими не занимаешься. А А, таломи да, тасек базе. А ты ими не занимаешься. Ты да. занимаешься партнером. А та сааколь доската. Ну, ты как бы, ну, какой-то маленький дос и Вообще маленький. маленький дос это маленький бьет человек. Но как бы понимание такое, ты на самом деле религиозный примитив. Ну, ты так, Дос какой-то катан, жалкий. дос от слова дати. Ну, Катан я знаю, дос это, ну, ты как это. Ну бы и ты вообще маленький, кретин. там, жалкий Ты там этот жалкий, самый ты примитив просто и религиозный. все. Ты дос катан, который занимаешься фольклором. Умер Аравку, забери.
Умер Рав Кук, говорит Рав Кук, да? Юг. Угу. Зеби дюка сиба, шеля хуцпа, да их демеши. Вот, по-моему, он говорит, зеби дюка сиба. Это действительно причина. И это действительно причина вот этой хуцпа, да их демешиха. А, вот это вот, вот это вот, ну, как это бы, причина, вот это причина, что хинамита, евреи, вот это да, причина, хиланит, что что евреи евреи, отходят от религии, да. да, евреи изменились, и они хотят заниматься большими делами, а в религиозных, в заповедях, например, наложить тфилин, они видят некоторый фольклор, который, да, действительно ему нравится, может быть, приятно наложить, вспомнить про дедушку и все. Но не имеет отношения к серьезным проблемам, которые мы должны заниматься. Они шув хозера ли мишпат? Он говорит, они шув. Опять вернусь, опять вот к этой вот к этой как бы, фразе, да, цитате. я снова хочу вернуться к этой фразе. А, митней шаулам, вот пам, та же самая фраза, митней шаулам. То, что я перейду как бы впоследствии того, что когда мир будет готов к каким-то Не, там... мир уже готов, митней шаулам Готов, ухкар. когда все его части будут как бы чувствовать, ну, как бы соединяться в единое целое или будут себя чувствовать Да, я частью думаю, единого да, целого. я Это думаю, что-то что здесь, такое. как ты правильно говоришь, я думаю, что если это такая, митней шаулам укшар квар, то есть идея какая, улам, он же говорит, улам, это улам анашим, то есть это цивилизация, люди. То есть люди, они настолько созрели для того, чтобы потребовать понимания, каким образом все вещи связаны между собой. Есть, грубо говоря, я думаю, что Рав хочет нас привести к мнению такому, что накладывание тфилин, оно влияет на решение проблемы голода в мире. То есть Ну, люди хотят... там сейчас что-то будет такое, там эту Ну, тему, да, да. люди хотят понять, не частность, но частность. Наложить филин, получить кресло, в удобное кресло в будущем мире. Это частность. Люди хотят понять, как связан этот мир, как мелкие детали все, они связаны в нечто общее, глобальные проблемы. Дальше. Вейн брат бильтим и кушар им годы лаклали, я ходил о них это дат. И он говорит, а тот, я думаю, что это такой перевод, вейн брат бильтим и кушар, и нет такого индивидуума. Части без как бы готовности, Нет, как это я без... думаю, что если часть не связана с Не пониманием связано с целого, она не может целого. о них это дат, она не может быть представительной в своем мнении. То есть человек, который к тебе пришел и говорит, наложи тфилин, а ты ему говоришь, нет, я не буду накладывать тфилин, потому что я занимаюсь большими проблемами. А этот человек тебе скажет, да оставьте все эти самые проблемы глобальные, мы евреи, нам важно накладывать тфилин. Тогда и, по-видимому, ответ такой, что такой человек, который не может связать и понять глобальные примеры, он не может дать толкового объяснения. Минех это да, это та, которая успокаивает мнение, в смысле, которую человеку говорит толковый ответ, который принимается как позитивный ответ. Вот я думаю, это так. Ну да, наверное, так, да, правильно. Дальше, Шейла, вопрос. О, вопрос. Маусин, где лифторит баят арав баулам? Как можно, что можно Что мы сделать для делаем? решения проблемы голода, Голода в мире. мирового Вот голода? действительно, что надо делать? Надо тфилин накладывать, либо надо им жрачку давать? Спрашивает аудитория, а ты мне мацарь хвасу? Ну, кто-то может это, кто-то может ответить. Да-да, ну вы знаете вообще, что надо делать? А? А, ну, естественно, кто-то говорит. Он как бы подыгрывает Раву и говорит, мы не химцвилим, прокладывают фильм. А варенье цели один. Но я может, хочу он как бы понять. может. Я хочу Хочу, понять я как хочу про себя. понять, а я хочу Я понять, хочу да. понять. Хочу понять. Или мистика, без мистики. Без мистики. Да, мистику. Не надо, не мистика, в смысле, накладывание цели, она решает проблемы голодания в мире. Это мистика, если ты мне так говоришь. Я хочу без мистики. Да, сбир либо офан рационали. Ну, дай мне ответ, как бы, объясни как мне рациональным образом. Рациональный ответ, да. Да. Ма кешер бен кшират арцуот аэле. Какая связь между этими Какая вот этими связь серьезными? между накладыванием
вот этих ремней, ремешков, ремешки которые там тфилина. это, А еще они не просто ремешки, шот хосмот это заримат адам, которые которые как бы, перекрывают. ну, перекрывают течение крови, как-то Ну так да, а человек, препятствуют когда накладывает тфилин, знаешь, еще закрывает ему кровотоку. сильнее То есть затянуть, они... рука начинает затекать. Левин баята клалит шира баулам и между. Между общей проблемой голода в мире. Да, послушайте, давайте сделаем так. Мне надо в 9 быть в другом месте. Давайте остановимся. Мы сейчас находимся на пике, да? Да, давайте остановимся. Это время. А нет, хотя. У нас тут просто время уже другое. Да, Тут все замечательно. Здесь Все, давайте на у этом меня один остановимся. вопрос. Да, У меня пожалуйста. один вопрос. Офф-топик. Скажите, пожалуйста, а почему вы в Телеграме не посылаете ссылки на Зеева Мешкова? Послушай, я тебе пришлю. Есть особая группа. У них есть особая группа, называется «Изучение книг пророков». Я тебе пришлю этот линк. Дело в том, что я подписана на lilmot.org. Сейчас, секундочку, я только запись выключу. Хорошо, я только выключу запись. Сейчас, одну секунду. Сейчас остановить пользу. Да. Сейчас. Мы заканчиваем это занятие. Мы продолжим с Божьей помощью изучение очень интересной лекции Рава Кука о секуляризме. Хилониюти, атеизме в глазах Рава Кука в следующий раз. Okay.